Почему, если мы есть не это тело, то все равно видение происходит через конкретное определенное тело? То есть почему существует прикрепленность к одному телу? И как это соотносится с тем, что при просветлении становишься всем, если все равно действие через одно тело? Да, исчезает это тело просто, и все. Оно перестает ощущаться. В этом все дело. Вот и все. То есть оно исчезает, растворившись во всем то, что, в том, что видится. То есть оно не становится каким-то доминирующим ощущением. То есть как проводник получается, или как это понять? Что проводник? Ну, тело является проводником в данном случае, или как это понять? Неизвестно, как это тебе сказать, проводник или не проводник. Оно просто исчезает, потому что оно на самом деле, оно просто такая лодка, на которой происходит некое плавание к острову свободы. Понимаешь? Вот. И пока ты увлекся этим плаванием, этой лодкой увлекся, то ты теряешь как бы курс. Курс теряется, и тогда, потеряв этот курс, можно заблудиться и вообще уже не видеть даже берега, к которому ты плывешь. Вот что такое тело. Но когда ты уже высадился, то тело, оно остается вместе со всем, что было до того. То есть со всем этим восприятием материального. Оно остается в том же водоеме, в котором оно было, понимаешь? Вот. И в некоторых случаях становится лодкой спасения для тех, кто еще, так сказать, на своих ржавых дырявых лодках приближается к острову свободы.